не столь опасно, потому что Сведберг сыграл сразу же намертво. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Буквально на последней секунде. Ну, наверное, даже уже... Большинство забивает авангард. Наверное, уже эта шайба будет записана на равные составы, потому как... Не знаю, потому что Хлыстов находился в штрафном боксе, как но мы видели. Но калитка уже была открыта, нет? Открывали как раз в этот момент. Ну, значит, уже... Мы посмотрим, не столь важно. Хоккеистов Салавата на льду в любом случае находилось 4. Хлыстов не успел появиться. Ну и уже надо что-то решать. Наброс! Где шайба? Добить! Гол! Есть! Шестая шайба в большинстве. И тоже за секунду до выхода пятого игрока. Вот такой ответ! Ну, матч начался весело. И веселым он остается вот по сию минуту. Что будет дальше, непонятно пока. Поздравляем Хартикакина. С нашей стороны не должно планироваться. Вот хотелось бы, чтобы не в этом сезоне уже. Вообще защитник... Ой-ой-ой. Шайба в наших воротах. Череда неприятных отскоков. И Александр Пережогин забивает шайбу. Ворот Салават Юлаева. Снова выходит хозяева вперед. В этом матче шайба получилась несколько неожиданной. Вот еще раз доказывает, да, что хоккей самый быстрый вид спорта. Любители пинг-понга могут спорить сколь угодно, но вот, пожалуйста, все на ваших экранах. Кто успел, тот успел. Да, переиграл Логинова Попов. Нужно возвращаться в зону соперника. Бросок! Над воротами проходит шайба и в полном составе играет авангард. Но может быть... И все-таки гол! Вишневский, которого многие уже начали критиковать, не совсем похож на себя образца регулярного чемпионата Иван Вишневский. Но вот сейчас подключился, приехал и разобрался в ситуации. Но, правда, передача-то была роскошной. И в такой ситуации не бросить... Гончаров очень активно против Попова. Острая передача и шайба в наших воротах. Ну, вы посмотрите, да, насколько хорош был Зубов в этой ситуации. Ну и как Зубова вывели на эту позицию? Здесь, пожалуй, все в этой комбинации было идеально. Разорвали Юлаевцев. И развитие атаки, и ее завершение. Надо признать, а мячи сыграли очень красиво. Нет, без свистка. Клюшки Гончаров бежит и пытается мешать сопернику. Ай-яй-яй! 2-4. Здесь за несколько секунд очень много чего на льду произошло. Понятно, что каждое следующее событие вызывает пропущенную шайбу, был момент у Майорова. Сейчас момент очень неплохой. Надо реализовывать. Гол! Гол! Вот вам, пожалуйста! Вот вам фантастика! Что за второй период? Что за игра? Ведь еще ничего не закончено в отдельно взятой второй 20-минутке. Не закончено. Юлаевцы пойдут вперед. И раз сегодня играем без обороны, я думаю, что наш атакующий потенциал очень и очень хорош. И он еще далеко не раскрыт. Раз уж сегодня защитник. Ой-ой-ой, два в одного. Вишневский один. Да и снова что ты Вишневский. Будешь делать? И снова Вишневский заложник ситуации. Вот желание атаковать приводит к тому, что мы оголяем свои тылы. А вообще, по нашему плану, конечно, в этом периоде должна была быть заброшена шайба. Это действительно так, но не выиграл. Пятая шайба была лишней, пожалуй. Абсолютно точно с вами согласен. Но еще не факт, что мы не забьем тут четвертую. Да, вот смотрите. Опа! И забили! 5-4. Безумие продолжается. Ну что, комментаторы каркают, жестко знают свое дело. Не первый раз в этой серии угадываем мы с тем, что шайба сейчас будет заброшена. Не первый раз, кстати, и в этой игре. Это происходит 5-4. И ну что, теперь все возвращается на круги своя. Потрясающий период. И в моей памяти сразу не вспомнишь, когда что-то подобное было. Салават.